Что-то я уже начинаю наслаждаться, когда наши животные в сарае. Птички поют. Нету ни бэ, ни хрю, ни кукареку. Пошли выпустим эту банду. Прощай, тишина. Наводите суету. Пошлите на быстро вылить, только стоп. Быстро все. Ну, два кормления, и кабанчики уже даются, чтобы их погладить. За тобой черные же должны приехать. Наш панталон чуть поменьше их, но это может он младше, а может потому, что без примесей дикой крови. А чистый вьетнамец. Будет видно. Ну, сильно он не наслаждается. Пытается постоянно носом пихнуть. Но 3 дня назад они вообще к нам не подходили. Не бойся. Павлины молодцы, сверху сидят и даже не спускаются. А то первую ночь павлины, походу, переночевали вместе с овцами в обнимку. Идем на улицу, пошли. Белочка, идем. Я уже, наверное, козлят, еще неделька я их не удержу, если обезроживать. А рога у них просто уже вот огромные. Надо обезроживать сегодня. Обязательно. Сегодня будет больно. Дайте вам лестницу, спускайтесь вниз. Спускайтесь. Идем гулять. Полчасика вам за вами последим. Пошли. Мелкая коза похлеще белки. Уже его комбикорм тырит. Что там? Варюга? О, павлин сам выходит из сарая. Ого.
Иди. Где твоя девчонка? Иди, не бойся, иди. Когда он ушел, она на лестницу зашла наверх. Когда пришел назад, она опять спустилась. Иди, я боюсь за это. Иди. Уйди. Не бойся, не бойся. Он не кусает. Если ты, правда, до него будешь кидаться, тогда укусит. Белка, Машка, пошли. Пошли. Идем, идем. Пару дней, как с шинельки, начал тоже лезть.
это шерсть отмерзшая. Все, как она уже начала линять, видите. Тоже снизу, снизу вверх, как не Гриша, облиняет. Ведь она тоже стопроцентная. Вот эти 50%, то это могут полинять, могут нет. Это как повезет. Будем смотреть, наблюдать. А 100%, даже 75% линяют. Все, утром покушали хорошо. А сейчас днем пускай сидят в электропастухе и жвакуют. Пошли посмотрим, индюшка ли снесла здесь яйца. В прошлый раз было 5, мы 3 забрали домой, 2 осталось. Идем глянем. Вот эта черная ходит сама. Она, походу, там на яйцах сейчас сидит. Они поэтому здесь и лазят рядом. Сидит она, одна голова торчит. Ну что ты? Да-да, вставай. Стоп. Это что, мы сюда столько дней не ходили? Она несет каждый день по яйцу. О, вот это горячее. Ну, горячее ставим. Свеженькое. Опять оставим 2. Она, конечно, хочет сесть. Ну, а смысл, если индюка нету, значит, яйца неоплодотворенные. Пускай пока здесь до последнего несется, потом ее в сарай перенесем. О, пару дней не ходили. Витамин D хотите? Пока никого во дворе нету, давайте опять выпустим павлинов. Их никто не допугает. Дети гуляют. Слазьте вы с этих жердей. Очень много летает коршунов, поэтому цыплята боятся выходить из сарая. Давайте покажу, чем мы сейчас кормим нашу рыбу. Жмых подсолнечника. Его любят караси кушать. Он недорогой, его не жалко. А вот это для карпа. Добавляем еще такой гранулированный комбикорм. Он немножко другой, он не рыбий. Мы им кормим свиней, овец, ну и добавляем еще и рыбе. А вот это черненький для сетров и для стерлядей. Его поменьше кидаем, потому что, во-первых, он дорогой, а во-вторых, их у нас всего лишь в пруду 12 штучек. И все, и потом вот это вот все, ну, каждый день вот по 2 таких ковшечка. Если не кормить нашим рыбу пруду, то она расти не будет. У нас большое перенаселение, у нас есть там... Все, наверное, уже. Просто все. Вся рыба, которая у нас может водиться, у нас есть.
А амуры кушают траву и ряску. Так что все сытые, все довольные. Вроде бы советский, но написано British Sugar Pig. Что тут? White Crystal. Сахар 50 килограмм. Льняной. Зрители писали, закройте их в собачий вольер. Давай попробуем на день закрыть. Хотя бы на час закрыть. Посмотреть, подходит ли он им. Иди. Иди, сделайте туалет с его вольера. Заходи. Давай. Не бойся, заходи. Заходи, не бойся. Давай. Не хотят, да, видишь? Ой, ты туда же, давай. Оп. Молодец, все. Ваша клетка надень. А может, они отсюда смогут выйти. Ага. Вот и сиди здесь. В этом году моя жена сказала, я, говорит, наверное, помидоры уже не буду садить рассаду. Говорит, куплю уже, говорит, сама. В итоге посмотрите, что повытворялось. Уже они вот цвести собрались. Нужно высаживать. Уже можно высаживать? Можно, но у нас теплица занята. А, то есть надо редиску кушать, да? Угу. И баклажаны, и перцы. Это огурцы? Да, их тоже нужно высаживать. Такие большие уже тоже сейчас зацветут. А ты можешь мне сделать такое плетение на палках, чтобы они как плели? В прошлом году? Да. Помнишь, нам выслала Ольга по почте сетку такую специальную? Ее нужно зацепить, и они будут по ней плестись. Крепление вот для этой сетки тогда, да? Да. Сейчас сделаем. Thank you.
что, снизу так же палку? Угу. Еще одну такую уже? Да. Нам привезли ярочку. Пошли. Идем, идем, идем. Оп! Хорошо тебя связали, сейчас мы тебя развяжем. Беги. Беги, давай. Ноги немножко болеют, видишь? Беги. Ну. А, поехали в другое стадо. Едешь в другом стаде же. Ну и все, так. Сейчас вот тебе так аккуратно, не ж... Тихо. Не канатом. Бебеке, жалко, да? Жалко. Ну не надо жалеть. Ну это же не на мясо. Так, ну что, ребят, пошли познакомиться, у вас новенькая в полку. Идем. Проходите. Ну что, давайте выпустим нашу новую ярочку, пускай познакомится с общим стадом, пострижем ей копыта, уколем ей витаминов. Ну, ей 3,5 месяца, но она такая нелегкая, тяжелая. Она думает, что мы ее сейчас резать будем. Не переживай, не переживай. Ты дома. Мы тебя просто перед тем, как выпустить, уже обслужим как надо. Не бойся. Быстро, 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 идите сюда. Машка, Машка, Машка.
Машка, все, иди гуляй, иди, иди, гуляй, не бойся. Иди. Смотрите, Машка. Так, где Гулька? Где Гулька в живом? Что он? Мы поменялись, получается, голова на голову. Мы не могли ту черную Ярочку себе оставить, потому что она, получается, не Грише нашему, родная дочка, то есть нельзя кровь смешивать. А это уже во втором поколении покрыто дорпером. То есть уже с Гришей, с не Гришей, а у них ягнята должны линять. 90%, что будут линять их дети. Только наше почему-то получилось от белого прекоса и от белого дорпера получились наши черные. А ее выводили из Романовок. То есть это у нее... прабабушка были, Романовка была скрещена с дорпером. То она такая на майку больше похожа. Но наоборот и с головой черной, как у Негриши. Вот 10 минут гуляет она по свободе. Ее ни разу никто не ударил. Приняли как родную. А Негриша вообще счастлив. Смотри, траву ест. Ну, по размеру так точно даже так, такого же. И возраст, и вес точно такой же, как у нашей был Ярки. Не Гриша, не балуй. Спеешь, дай подрасти девчонке. Для тебя привезли, но рановато. Не Гриша. Получается, еще павлинов не приучили к двору. Уже надо приучивать эту Ярочку. Ну, павлины-то пытаются в лес убежать, а это уже от овец никуда не денется. Ну что, будем сейчас обезроживать козлов? Давай. Рога во уже. Будут кричать они сейчас, как дети. Но это почти обязательная процедура у англо-нубийских коз. Потому что англо-нубийские козы, у них у всех 100% вырастают рога. А рога в стаде это раз. Это для хозяина плохо. Он будет, например, он может поранить что хозяина, что хозяйку. Он будет обязательно доминировать в стаде. Он может вспороть живот той же козе или даже той же свинье. И... покупатели не сильно хотят рогатых покупать. Все хотят обезроженных. Поэтому. Поэтому если мы хотим продать козлов, это надо сделать. Рогатых у нас могут и не купить. И мы уже 2 года подряд выжигаем своим козлятам рога. Причем козлам намного тяжелее выжечь, потому что у козлов как-то рога идут, на себе, наверное, нельзя показывать, но, наверное, можно. Идут ближе к голове. И поэтому очень много потом осколки вылазят. Козочки просто прижег 2 дырочки и все. А козлам надо делать 4 дырки. Белка, белка, ты грабитель, ты ходячий. Павлины целый день сидят в вольере. Их страшно вообще оставлять одних. Выпускать они сразу пытаются уйти в лес. И подальше от людей, ведь они нас боятся. Даже я подхожу, они сразу наверх забираются. А эту овцу выпустили, и вообще даже не переживаем, что она куда-то уйдет. Овцы стадные,
И она никуда не денется. Поэтому мы шанельки и сережки с ушей не доставали. Потому что если когда-нибудь у нас будут все дорперы, все будут одинаковые, мы их не отличим друг от друга. Только по сережкам будем отличать. А шанелька — это 100% дорпер. Дику и не Грише больше всего дела до нее. Они уже такие большие, слышишь? Нет, как-то его положить может надо. Нет, как-то ты не так делал. Как-то, мне кажется, он боком как-то лежит. Что, Белок? Что хочу, Белок? Давай. Белочку надо выжигать. Давай. Белка, иди сюда. Иди. Белка меня за ногу кусает. Но выжигает, видите, даже крови нету. Но выжигается не сам рог, а выжигается только шкура, шерсть рядышком. Чтобы, видите, она залеживает ему раны. Чтобы не шло кровоснабжение для рога, и он перестал развиваться. И когда он перестанет развиваться, просто зарастет это все и все. Ну что, какой рог уже здесь. Видишь, одного удалили, Белка, тебе. Берет меня за ногу, кусает. Ну, Белка, ну а его надо. Жалеет, да? Ну. Белка, давай еще одного ему. Здесь сейчас надо второго здесь вот так выжимать, да? Да, да. Это только самцам так. Ну, Белка, ну так надо. Ну, Белка, тебе тоже в детстве выжигали. Все, беги, беги. Все, все, закончилось. Эту процедуру надо чем раньше, чтобы даже вот лучше 10-дневных. Мы что-то уже перетянули, уже их и тяжело держать, и дольше заживать будет. Фу, первый пошел. Вообще жалко, меня аж все колотит, ну жалко. Пошли Белого ловить. Давай и Белку загоним, чтобы она сильно не переживала, не видела это все. Пошли сюда уже, не подходите ко мне, пошли. Валя, Как ты лучше, 10 поросят сядь кастрировала? Да. Чем одного козленка, да? Ну их как-то жалко, вообще так жалко их. Вы достали рождаться с рогами своими. Когда я увидела на видео, что 2 козла, я только об этом и подумала. Думаю, опять выжигать им. Почему не козочки? Почему, ну, почему не козочки, да? Кому вы нужны вообще с яйцами, с рогами вообще? Вот такая шкурка отлетает. Все. Вот мы закончили. Холодненьким. Тебя... Все, отпускай. Беги к мамке. Все, тебя побыстрее получилось. Беги. Где мама? Иди к маме, иди. Баран кидается, смотри. Не хуже не Гриши. О! Белка жалеет. Зализывает раны. Синяя вся. Белка.
А что ты там споймал? И попался? О, так он такой большой уже. Так одного мало. Буду, будет ужин. Вот они уже такие. О, вот. Большие какие. Я вот на какой крючок ловлю. Специально, чтобы, если попадется золотой карп, то есть, видите, он не таранит рыбу. Он без жала. Вообще без жала. Видите? Угу. То есть, если пришлось его отпускать, то он бы его даже не поранил бы. Он, конечно, хуже подсекает. Снова достал, и вот легко достается назад. Траву кушает. Но это еще не самый большой, тут есть крупнее, намного крупнее Праздники прошли, будем худеть. Даже уже соскучились по постной, скромной еде. Хотя, все. Зелень своя, яички свои. Клюет. Поплавочную удочку закинул, положил на бережку. Пока сходил домой, смотрю, уже плавает посередине. Пошли доставать. Карп клюнул и сейчас в кустах сидит. Или сошел уже. Вот, где-то здесь в кустах. Ну, может, зацепился-то. Об кусты обвязался и ушел, наверное. Как это часто бывает. Да, вот что он сделал. Закинем назад. На этой палке может быть икра. Ты знаешь, я был уверен, просто был уверен, что ты его в горшочек и повесишь где-нибудь. Нет, мне его сказали на улицу высадить. Так пошли вот там у нас в домике на дереве горшок. Так и он зимовать должен. Этот там, цветок? А там не зимуют ну, цветы. Пересадишь куда-нибудь. Так а потом опять сади, они же болеют. Их нужно в какое-то место его посадить. А, так там деревянный горшок, его можно будет доставать с этого деревянного ящика. Пошли туда. Так а потом куда его? В погреб поставишь. Нет, он погибнет. Нет, его надо в землю. Только в землю. Да выкини его вообще, а. Там я сейчас закинул удочку, и там вот есть возле сажалки такое голенькое место.
А так бы мне веселенько было рыбу ловить. То давай туда. Нет, не там. Это мой цветок. Тоже возле огурчиков хорошее место ему там будет. Там тенек, там плохое место. Не было у бабы хлопота, купила порося. Непослушная, ты лучше бы дом на дереве повесила. Нет, туда надо цветы однолетки. Все, я уже это поняла, потому что помнишь, как это погибло? Лапчатка, я ее еле оклемалась она после этой посадки. Я сюда приходить не буду любоваться. А я буду. Каждый день. Загнали в электропастух всех. Новая овечка, как будто здесь всю жизнь жила. Правда, к рукам, так как Шанелька не идет. Боязливая. Ну и нет кого не убегает. Прижилась. Тут. Пошлите со мной. Пошли. О, пошли, я вам дам комбикорм. Пошли. Белочка. На. Как ее назовем, мы еще не знаем. Может, она вообще нам не понравится и продадим ее. Все. Пьют и забыли, что у них операция сегодня серьезная была. Надо еды намолоть свиньям. У нас еще есть вот такой вот ячмень. Его желательно молоть. Овцы то с козами и так могут есть, им хорошо даже. А свиньи такое есть не хотят и не будут. А чтоб из этого зерна появился полноценный комбикорм, можно добавить вот такой вот премикс. Никогда не забуду, как подписчик сказал. Вырасти отверстие, тогда будет удобно и пыль лететь не будет. И Иван Иванов, кстати. Вот, получилось вот такой вот комбикорм. В перемешку с гранулированным. Плюс картошечка. Хоть сам кушай, да? В этом году еще ни разу триммером не косили. Это газонокосилка. Надо пройтись уже под электропастухом, уже трава поднялась, пробивает. Такой большой еще цветку ищет, ну.
Что это? Зелинка, что ты хочешь? Что? Что, Зинка, что? Кажется, в местах 20 то заземляло, трава дотрагивалась. Мне кажется, даже аккумулятор быстрее садился. И так надо будет несколько раз за лето проходить. Две грядки огурцов посадила. А теперь все по-честному, 10 грядок. Цветов. Это у тебя столько цветов на день рождения роз было? Да. Я уже не жду, чтобы они завяли и свеженькими высаживаю. А куда ты их потом денешь столько? Они будут цвести. Я думал, бизнес будет у нас. Корневин? Да. Оставляю по несколько почечек. Всовываю сюда. А какая Валентина довольная, когда они пускают ростки. Ах, чтоб вы видели. Так она уже так много раз размножила, да? Да. Показать? Покажи. Эти также были посажены. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, видите. В прошлом году. Это когда мы в Астрахань только уезжали, да, уже пустили листики. Да. И сейчас всех их под банки. Валентина, ну я тебя прошу, ну хватит уже. Ну зачем нам столько огорода много? Уже на следующий год будут одни цветы. То есть за огурцами будем ходить в магазин? В магазин, да. Хорошо. Только прошу тебя, не надо нам больше огород. Хутор же не резиновый. Хватит, что тут животные каждый день все добавляются. Я уже, наверное, скоро надо сокращать. Только главное не цветы. Животных можешь уменьшить. Так можно два в одном. Если козы съедят твои цветы, то ты захочешь коз продать, да? Да. Ну и все. Козы не съедят. Молока у пищалки еще просят. Такие большие хрюши. А все троем еще пищалку смохчут. И ладно те двое. Но еще и панталон туда же, смотрите. Троем доят ее. Гладить хочу тебя. Хороший кабанчик, хороший. Не кусайся. А я думаю, пищалка, что ты все кушаешь и не толстеешь. Тебя высасывают.
Пошли, поможешь, павлинов перегоним с вольера назад в сарай. Что, они не останутся там ночевать? Ну нет, пускай они днем привыкают к улице, а ночью к сараю. Так лучше будет, чтобы они к сараю, чтобы они возвращались домой в сарай, а не на улице жили. Ну, пошли, загоним. Друзья, от нас павлины убегают. Просто... Да, вот он. Друзья, у нас павлиниха залетела на верхушку дерева. Причем далеко в лесу, и мы не знаем, что делать, как ее спустить оттуда. Все. Он понял, что от нас убежать не может, он просто поднимается на самую верхушку, смотрите. Валя, все, мы потеряли павлинов. Бесполезно. Если она еще 100 метров от дома, то он все 300. Вот она сидит на верхушке. Метров 20-30 над землей. А он на другом дереве. Друг друга они не видят. Ну что делаем? Все, мы их потеряли. Как мы не достанем ни ее, ни его? Самец сидел на вершине этого дуба. Пока мы сходили к огороду, уже сидит на вершине сосна. Вот, сидит на сосне. Надо было, наверное, крылья обрезать им. Так они же днем гуляли, никуда никто не убегал. Не, ну они все время хотели в лес убежать. Ну так легко их было загнать. А тут мы бегали, они взяли, взлетели и все. Ну час мы побегали. Ну не час, я не знаю, мне пробежало, мне как это час прошло. Ну полчаса мы побегали по лесу. И когда он уже понял, что он уже не убежит, он взял, залетел на верхушку и все. И то как-то странно, мы его не можем к дому, он почему-то всегда бежит боком. То есть ты хочешь его, направляешь к дому, он бежит в бок почему-то. Или влево, или вправо. Поэтому мы не могли его пригнать. А лес тяжелый, ветки, он... Густой очень, ну. Ну, если он сам не спустится, не придет к дому, мы уже никогда в жизни его не поймаем. Ни его, ни ее. Иди домой. Не, я все понимаю, сколько деревьев, но они на самые верхушки самых больших крупных. Вот. В общем, наши павлины ночуют где-то на деревьях. Походу мы их потеряли. Единственное напоминание и память будут у нас в птичках. Я думаю, что на 99%, что они не вернутся. Вы не представляете, какие мы сейчас уставшие, злые. Я не знаю, что делать. Киндоутенок вылупился. Только что. Будем разводить индоуток, походу. Хотя эти тоже хорошо летают и могут улететь. Все, друзья, вот на такой вот ноте, что мы расстроены, будем прощаться с вами. Все, всем пока. Пока-пока.